моя работа была на графический комплекс для туроператора, но не для простого туроператора, а для оператора, который специализируется на конкретном регионе, и регион этот Юго-Восточная Азия. Почему именно такая тема? Потому что это моя личная инициатива, мне в последнее время очень хочется окунуться в такую атмосферу, мне хочется побывать в этих неизведанных странах, где жизнь проходит не так, как у нас, где совсем другой мир. И вот, собственно, этим миром я вдохновлялась, создавая логотип. На лукборде можно посмотреть, из чего исходило это настроение. После долгого изучения работы я пришла к выводу, что огромную часть в жизни людей Азии играют круги и спирали. Собственно, это очень популярный рисунок на тканях, это колесо сансары, которое заворачивается в спираль. И, исходя из этого, получился вот такой логотип. Он отражает собой вот эти самые спирали, а еще он похож на круги на воде. А вода – это, естественно, самое первое, что ассоциируется с отдыхом – это море. Для туроператора разработан сайт. Сайт, в принципе, простой, одностраничный, на котором сразу же размещена самая главная и нужная информация. Тур можно заказать вот прям сразу же с первой странички. О турах я хочу сказать подробнее. Туроператор предоставляет 5 видов отдыха. То есть есть, естественно, классические виды, это обычно отельный отдых, пляжный, посмотреть достопримечательности, скажем, экскурсии. Есть специальный йога-тур для поклонников, не знаю, как сказать, искусство, йога это тоже в своем роде искусства. Есть специально обучающий тур, можно съездить, например, в Индию и научиться каким-нибудь ремеслам, которые именно там. Например, рисовать мехенди или гончарному искусству, которое там есть. Есть экстремальный тур для любителей получать острые ощущения. Это, например, можно полетать на воздушных шарах, можно поплавать на байдарках, много разных вариантов. Также есть горный тур для тех, кто хочет забраться на вершины. Для каждого из видов разработан специальный, скажем так, иконка, идентификатор. И именно из них исходит, например, сувенирная продукция. То есть, если человек выбрал себе горный тур, моя компания дарит ему такие вот полотенчики. Также мы, компания предоставляет в качестве сувенирной продукции листовые календари формата А2, сумочки, кошельки и всякие нужные вещи. Есть также дисконтные карты для постоянных клиентов. Целевая аудитория, она совершенно разномастная, то есть, я думаю, каждый может найти для себя подходящий вид отдыха и получить удовольствие. Спасибо. Есть вопрос, господа? Возможно, я начну? Так что действительность выбрала вашу географическую точку зрения. Она случается. Да, естественно, это тоже цвета, которые отражают, скажем так, место назначения. Например, почему выбрана оранжевый для экстрима, я исходила из того, что экстрим это в основном это полет на воздушных шарах, а это цвет такого закатного неба. Или, например, голубой горы, они тоже вылезают наверх, это значит небо. А зеленая йога? Йога, да. Проделана большая работа, и это не может оставаться незамеченным. Дизайн фирменного блока не только наводит на мысли о предстоящей поездке в загадочную страну, но и для каждого ассоциируется с чем-то еще. Кто-то видит знаки национальные узоры, присущие многим азиатским странам, а кому-то в нем видятся круги на воде, которые, несомненно, навевают мысли о море. А море – это первое, что приходит в голову при мысли об отпуске или путешествии. Очень импонирует подобранная цветовая гамма, полностью отражающая выбранное направление. Также логично и убедительно выглядит стилеобразующая графика, которая интересно развита в иллюстрациях, отдельно разработана для каждого из 5 направлений отдыха. Эти иллюстрации также вошли в основу представляемой сувенирной продукции.
Отдельно хочется выделить предложенную студенткой сайт. Самая важная информация и максимум предоставляемых услуг сразу же бросаются в глаза. Сайт представляет собой одностраничное сооружение с интересной конструкцией. При желании более детально изучить спектр услуг, у посетителей есть возможность кликнуть интересующую вкладку и ознакомиться с интересующей информацией. Сам сайт очень гибкий, с грамотно проложенным коридором, благодаря которому просто и удобен в использовании. Дипломная работа выполнена на достаточно высоком уровне, и автор вложил немало усилий и творческого потенциала, чтобы этого добиться. Спасибо. Спасибо. У дипломатов проявила большую заинтересованность в теме, и что очень симпатично было, достаточно логично предложила разработать эту пиктограмму для направлений, потому что, как правило, туроператоры сейчас не особенно много уделяют внимания именно такой, визуальной идентификации, они скорее готовы предоставить вам, может быть, какую-то суммированную работу, чтобы сделать это более полно, более рационально. Внутри самого сайта, логику самого сайта, вряд ли они стали в большинстве своем об этом задумываться. Конечно, в мегаполисе, таком как Москва, много подобных услуг, но здесь все-таки действительно человек постарался найти какие-то свои пути, свои решения. И благодаря вот этой какой-то цельности и такой цветовой гармонии, я считаю, что проект получился убедительный, и, в общем, она очень активно ходила и проявляла хорошую такую энергичную вариативность в работе. Спасибо. Спасибо.